Глава 2 книги пророка Амоса. «Так говорит Господь, за 3 преступления Моава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь, за 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так говорит Господь, за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую. Из сынов ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля? Говорит Господь. А вы, Назареев, поили вином, и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь.